Витязькоп. Проходит баскетбольная лига 3 на 3 школьная, проходит в несколько этапов. Сначала это региональный уровень, районные города, потом это областной. И победители играют финальный турнир. Два этапа, они должны финансироваться из системы народного образования. Финал полностью проходит, вот эта вот самая дорогая часть, она проходит, проводится федерацией. Учитывая материальную базу школ, учитывая состояние финансовой системы образования, говорить о том, что в системе народного образования можно в школах, можно провести реальный чемпионат по баскетболу классическому, это утопия. Создать команду в школе по баскетболу 3 на 3 – это реальность. То есть это то, что можно сделать реально с точки зрения массовости. Дальше. Я думаю, что мизерный процент, если мы можем вообще говорить с точки зрения там, целых цифр в процентах, школ в Украине имеют баскетбольные площадки полного размера. Баскетбол 3 на 3 – это для начала неполная площадка. Дальше у нее есть, предоставляется возможность варьировать. То есть она не обязательно должна быть вот железобетона таких размеров. Она может быть меньше. И это позволяет реально в каждой школе проводить соревнования. Витязькоп. Спортивное видео.